У меня есть несколько вопросов, и первый интересует, почему вы решили бороться за демократию, применяя различного рода скандальные способы? Неужели оголенная грудь на самом деле может принести демократию в украинское общество? Анна Деда – экс-активистка Фемен, журналіст, продюсер, затятий борець за демократію. В боротьбі за свободу Анна та її однодумці використовували різноманітні скандальні акції, що принесло руху феміністок широку славу та популярність. Зокрема, провели акцію проти фальсифікацій та президентських виборів у Росії. Активістки прорвалися на дільницю, де проголосував Володимир Путін, і спробували вкрасти виборчу урну з його бюлетенем. Феміністки виступали традиційно топлес. На їх тілах були написи «Кремлівські криси», «Вор 3», «Краду за Путіна». Акція протесту набула міжнародного розголосу, після чого Анна була депортована з Росії. Ну, на самом деле, как бы она уже принесла, скажем так, потому что движение Фемен, которое было основано в Украине, сейчас оно распространилось по всему миру, и штаб-квартира находится в Франции, в Париже. Но Украину движение все-таки научило чему-то. Научило выражать протесты, научило бороться или хотя бы пытаться каким-то образом это делать. Причем достаточно много движения заложила в политический активизм, который заложил вот этот вот Майдан, поскольку очень много наших знакомых, друзей нашего движения, те же ребята, которые представляли патриотические партии и активисты. На самом деле, зря вы говорите. Как бы там ни было, нас поддерживали патриоты Украины. Патриоты никогда злочинцев не поддерживали. А где вы видите извращение? Кстати, в законе Украины мне подтвердить адвокат. Не, она может Вот сейчас на самом деле происходит просто подмена демократии, понимаете? Вот сейчас действительно охлократия. Тобто збочинці, деграданти, вони раптом уявили, що вони мають право про щось говорити.